Давай! Ребятушки, хочу порекомендовать вам канал Серсим Маккей. Канал ведут два парня, Сергей и Максим. Ребята разрабатывают сейчас очень интересное приложение для ресторанов и показывают разработку мобильного приложения от А до Я. Как продвинуть мобильное приложение в топы App Store, сколько стоит разработка такого приложения, как его монетизировать. В общем, очень интересный канал, ребята. Проходите, ссылка на канал в описании, а мы смотрим видео. В общем, ребята, мы с Михайловичем решили выбраться в центр города. И сейчас я скажу, и записать, начать видео с на улице, ну, в метро, чтобы на эскалаторе. Может, как говорит Ванамат, что когда блогер записывает в метро на эскалаторе, это эпичное видео получается. Нам только в другую сторону. Нам в другую сторону. Куда едем-то? В центр. Центр за сотку? Центр за сотку. А так и получается. Мы купили два билета на метро. Короче, ребята вышли из метро, доехали до метро Театральное. И не знаем, что делать. Куда идти. Мы не можем даже понять, где мы вышли. Где какая-нибудь пивнушка. Михалыч что, не пьет? Нет, Михалыч. Мне это уже не кофе, интересно. Кофе-кабинет. Что-то неинтересно. Да. Хочется что-то попраздничное. Нет, что-то попроще. Да. Кабинет. Офис, допустим. Кафе-офис. Какой-нибудь рюмочная там. Или Камчатка, в которой мы были, да? Интересно, а Камчатка. Знаешь, где она находится? Не знаю, где возле ЦУМа. Где надо найти ЦУМ? Девушка, смотрите, где Красная площадь находится. Там. Там? Да, такой вот проходит. А это какая улица будет? Это Маховая. Зачем мне снимать? Для блога. Для какого? Знаю ли я, как где находится Красная площадь? Да нет, да нет, мы сами, гораздо проще. Мы сами ищем просто и об этом снимаем. Так, а там что наверху? А дальше Кузнецкий мост, Дмитровский переулок, а потом Страстной бульвар. Понял, спасибо. Пошли туда, в сторону Красной площади. Не пойдем. А ЦУМ где? ЦУМ примерно за вот этим зданием, только да? Через один переулок. А мы там наверх и там пройдем? Да, пройдете. Спасибо. Идем, и тут написано Большой театр, Большой театр. Ну, что-то, Михалыч говорит, а что он такой маленький? Ну, это, скорее всего, киоск по продаже этих билетов в Большой театр. Действительно. Наверное, с той стороны, там должны быть какие-то колонны, там кони на нем, да? Кони. Колесница какая-то. Ну, машины, смотрите, видимо, я не знаю, кто, билетеры стоят, да? Ну. Вот на красной, это кто? Звукач подъехал? Это где Большой театр? Вот. Где? Вот. А, вот это Большой театр? Да. Так а это что было, значит? Это прихожие. Парадная, ну, как... что ли? Ну, а, ну он их соединяет только этот. Вот в деревнях есть основной дом, есть летняя кухня, а есть дальняя. Сени? Да, сени это в большом доме. Это вот сени сюда заходишь. Вот это основной дом. А, ну он Арарат Хаят. Сейчас нам налево. Там Камчатка будет, да? Я не знаю, это... Я знаю. У вас, москвичи, здесь все это так... Прокачано? Прокачано, да. Не, ну вон Кремль, вон, торчит. Вот Биг... Биг театре. А я еще, знаешь, чем мне место это запоминается? Я в 2009 году, когда в конкурсе журналистов выиграл от нас в Сибири, ну, нас по Москве возили 4 дня, там, все культурные заведения, каждый день новая забегаловка была, ну, ресторан. Ага. И вот в этом ресторане, там, под старину какой-то закос, я не знаю, как он называется, и даже не вспомню сейчас. Я помню, что там, когда, ну, нас группу журналистов со всей России привезли, человек 10, одному женщине с Дальнего Востока в тарелке с салатом два стекла попалось. Вот, ребят, вот Большой театр. Вон он. Большой что? Театр на паях. Да, приобщаемся к искусству с двумя С. А здесь какая-то ярмарка, вон, фонтан. Я так думаю, знаешь, как площадь называется? Как? Площадь при Большом театре. Нет, нет. Возможно, театральная площадь. Да? Наверное. Смотрим, самолет. Ой. Он сейчас должен написать. Редисон. Нет, Редисон. Из арбузов делают смузи, да? А вы можете в арбуз водку закачать? Если не водку, закачаем водку. А арбуз, в арбуз прям в целый, пришпрессуете, да? А как мы это сделаем? А мы делали. Молодцы. Вы алкоголь. Сейчас. Мы безалкогольные, да? Делаем напитки. Понятно. Тогда нам не к вам. Мы вам сделаем арбуз, а вы уже тогда что хотите, можете добавить. Ну, сейчас да, пойдем сначала найдем водку, потом к вам придем. И шприцы еще купим. В общем, мы с Михайловичем ищем ЦУМ. Вот Большой театр, а где ЦУМ, не можем понять. А вот так чуть-чуть правее переходишь, он ЦУМ. А за ним, получается, там за ним этот Камчатка. Ух ты. Покажи на камеру.
Как тебя зовут? Никита. Михалков? Михалков, конечно. А этот вид спорта как называется? Старший. Что? Как вид спорта называется? Фингербординг. Фингербординг? Ты что, ногти накрашены? А, это лак, я пытался красить фингерборд. Ага. Так и скажи, я пытался красить ногти и создал фингерборд. Ну да, а зачем он это делает? Не знаю. Ловкие пальцы, чтобы были. Потом зато девушка, представляешь, он там одним этим. Так там же сотрется все. Так надо смазку хорошую брать. Жаль, что здесь нет рекламы. Интимного магазина. Так замечательно было бы вставить. Нашли площадь, как раз ту, где Камчатка, вон там она за ларьками. Что, здесь тоже это ярмарка. Ну, кстати, я говорю, что вот у нас в Красноярске почему-то нет такого, да, вот таких вот красивых этих ларей, да, там на площадях. Выбирать там павильон, там либо ставят ларек беспонтовый, либо вообще убирают все. Ну вот же можно такой вариант придумать. Речила не дано. Но. Ну так красиво. Да, конечно, красиво какое-то, как говорю, вот в Праге так даже же. Даже вот это хочется вот, смотреть, съесть. Обрезать? Ну. А это съедобная? Съедобная штука. Да? А если так... Где? Нет, ну она съедобная. То есть ее можно съесть и убежать? Нет. Это уже все просрочено. Но да, а ему не страшно? Нет. Ну дайте просрочку поесть. Не-не-не, нельзя. Что, жалко просрочку? Да. Мы просто два дня не ели, вот хочется. От поезда отстали. Пошли. Жадные какие. А вот она, вот Камчатка. Вот, кстати, все. Я теперь знаю, как до сюда добраться. Но. Раньше-то я элитно на Мерседесе передвигался, сейчас на метро. С метро. Ребята, вот мы расположились, прямо на входе. Всех видим. Я должен приехать, говорим, это Серега ВДВшник. Где-то на подъезде. Подожди, вот я просто говорил, что пить не буду. Ну, иногда бывает, знаете, резко не надо бросать. Потихонечку. А мы сидим и слушаем музыку и понимаем, что как будто мы у Вадика в машине едем. Или на кухне где-то. Да. Пиво пьем. Вадюша любит все эти цыганские напевы. Цыганские, еврейские, исламские. Главное, чтобы было с душой. Да. Классно здесь. Пахнет, как будто это. На даче сидим. Запах вот там готовят, и запах оттуда идет прямо сюда. Вон, ребята, привет. Тоже снимаете? Тоже снимаете? А, смотрите нас? Проходите. А мы на вас смотрим. Проходите сюда, вон. Да уже и так покажут. Да. Как зовут? А вот он, чипсы, московский картофель. Я помню, когда у меня отец постоянно из Москвы приезжал, привозил в Красноярск. Вот эти штучки. Молодой человек. Ну, короче, вот этот московский картофель, он просто соленая картошка. Это настоящие чипсы, просто соленая картошка. Вот, вот этот вкус детства у меня. Это так нынче ВДВшники выглядят? Ну да. Или только 2 августа они, да? Как оборотни переодеваются. Не, 2 августа. Ты покажи. Вот. Ты имеешь в виду это новые сандалики? Так это Криштиану Роналду? Ну конечно. Сейчас все будем выпустить. Говорю, встречи с подписчиками надо здесь проводить. Да, складно. Я не знаю, что. Ну, знал бы. А мы там встретимся и сядем на метро, здесь две станции. Надо здесь договориться с столами. Было принято решение перенести встречу с подписчиками сюда, в Камчатку. Наши действия. Мы сейчас вот видео Михайлович залил себе на канал. Заливать. 41 минута и 7%. Да, заливать. То есть мы видео залили, что переносим встречу. И сейчас я позвоню еще в отель, на ресепшн и в лобби-бар, чтобы там говорили, что кто будет приходить, и их сюда отправляли. Но ехать здесь всего 3 станции метро в центре города, прямо возле ЦУМа. Только Михайловичу стоило выложить в Инстаграме, и настало время прорекламировать Инстаграм. Сейчас, подожди, ты наложишь в этом After Effects, чтобы у меня от зуба блестело так? Да. От сгнившего. Приехал Люха. Ну, ты в Инстаграме видел? Да, в Инстаграм. Все. Он был на встрече в Брайтоне, да. Но это не он накосячил. Я нашел эти. Да, он нашел это музыкальное оборудование косячника. Интересно, косячник приедет или нет, как думаешь? Думаю. Я ему еще отвез, мы пиво попили. Да? Да. Ах, ты с ним пиво пил? Через день, да. Ну все, короче, мы начинаем потихоньку, ребят, столы сдвигать. Потому что время еще 16:00, да? До встречи еще получается 3 часа. Почему плюс подписываться в Инстаграм? Вы видите, что встреча поменялась, да, вот? Узнал об этом из Инстаграма и приехал. Подписывайтесь в Инстаграм, всегда будете оперативную информацию получать. Отписывайтесь от канала, от Ютуба, подписывайтесь в Инстаграм. Михалыч сейчас зашел на сайт этой Камчатки, да, этого заведения. И что, Михалыч, оказалось?
Это, между прочим, модное заведение Аркадия Новикова. Короче, заведение Аркадия Новикова, сеть. Это, я говорю, что знаете, как происходит, что зашли, что это такое, ну что за бичо у них, ну что? Да это заведение Аркадия Новикова. Ой, как все стильненько, все так хорошо сделано, все стильно. Я думаю, что нам сюда стоит прийти. Да нет, мне кажется, даже они под кокаином это все придумали. Потому что не простому человеку. Коммунисты? В 60-х? Да. Нет, они специально. Нет, видите, кирпичи. Ну это кирпичи же, это они здесь и были или это делали специально? А, Жень, кирпичи были или так делали специально? Ой, я не знаю, если честно. Я здесь новенький. Пришел Герман. И Герман мечтал увидеть Михалыча. А где же Михалыч, Герман? Я помыл их с мылом. Он только что какал и руки не помыл. Герман, ты тоже в Инстаграме увидел или где? А? В Инстаграме увидел или где? Нет, на Ютубе, на твой канал подписывайся. И сюда двигайся, что там ссылка? Нет, в смысле сюда приехал. Что, почему ты так рано приехал-то? А только видео увидел. А, ты на Михалыча подписался? Да, Михалыч на канал. Ребята, подписывайтесь от канала Redison и подписывайтесь на Инстаграм и на канал Михалыча. Только там работают и реклама, и страница, все. Что написано? Зебра? Гера. А, Гера. Для друзей Гера. Он же Гера, он же Гога, он же Герман. До встречи, господа. Давайте, до встречи. Ребята, за вас. Серега подарил мне очки, смотрите. Я вот мне давно таких не хватало. Я знаю, что как рейбаны ходят там, салатовые, белые. А я как по-сибирски, по-ВДВшински. Что, идут? Так, ты мне бороду подари, чтобы я еще брутальнее выглядел. А ты мне лысину. Да вообще, меня все боялись. И уважали одновременно. На районе. Серега, хозяин толстолобика. Да ладно, побри, ты смотри как. Побрился. Это как сигнал, да? Че? Как всегда про толстолобика вспоминаешь? Наши еще подтягиваются. Как зовут? Андрей. Андрей. Подписчик. Ты тоже в Инстаграме увидел? Да. О, ребята, что Инстаграм. Да. И Андрей даже паспорт не надо спрашивать, потому что здесь паспорт спрашивают на баре. Я с паспортом. Нам пришел Данил. Правильно, Данил, да? Да, да, да. Данилу 17 лет. Но мы видите, как поступаем. Мы этот. Детский стол у нас отдельно. Вот тортик, чай. Аниматоры работают. Аниматоры детские. Шарики надуйте. У нас детский стол, то есть. Мы их не сами, ребят. Сидит. Он пришел, сфотался, все. Сейчас уйдет, да? Да. То есть просто посидит, послушает. Немножечко матов послушает. Наберется лексикону и уйдет. Ребят, вот шарик. Анатолий Шарик. Где? А я что-то не было песни петь. Надо было смотреть. Я так думаю, что, наверное, вот здесь. Открывай. Сука. Сколько они тут? На, тебе три салфетки. Три салфетки. У нас нынче курс такой, что рубль как салфетка. А тут знаешь, подходит. А что здесь у вас интересно, да? А можно я поиграю, да? Время еще. 17:23, ну вот что Инстаграм-то животворящий делает. Вот стоило только выложить Михаила, уже все. А встреча еще только через полтора часа. Официальное открытие, фейерверки только через полтора часа начнутся. Ребят, Герман, оказывается, тоже служил в Чечне 6 лет. Герман, красавчик. Миша, Аня. Я вам покуш принес. Это каштаны? Это каштаны. А как их едят? Не знаю, я только купил, он их тоже продает. Они не вкусные. Когда вот здесь было, да? Да. Видос. А, так они какой-то, что ли? Чистить надо. А, ты решил каштаны попробовать? Они декоративные. Да. Сорвали где-то там с углом, да? Слушай, как крабовое мясо. Ого. Ты ел? Это подарок. Спасибо, Мишаня. Присаживайся. Мы же прочитали, что там, сколько белка? 28%. 28% белка. И вот это видео сейчас, которое ходит по сети из Дома 2. Хотя баба говорит, мне говорит, парень говорит, я ему предлагаю 3 дня меня в день ебать, 3 раза в день ебать. А он мне говорит, я белок берегу. Так вот, покупай ему каштаны и все. Не, каштаны мне понравились. Сереге что-то, Серега, не понравились? Да нет, говно какое-то. Как ощущение, что, блядь, семечки не дожаренные, блядь, какое-то говно у нас. Нет, говно, но очень вкусное говно, ребят. Не, ребят, здесь занят, сейчас у нас банк, да, день рождения здесь. Дмитрий? Ну, почти тезка. Ты Митяня, Дмитрий. Понятно. Писарь, а где пиво взял? Ну, здесь. Со своим? Я со своим.
Еще час до сборов, а народу уже... Вот что Инстаграм животворящий делает. Короче, ребята, мы с Серегой, знаете, куда идем? В ЦУМ. Потому что... Почему? Потому что мы сейчас будем испробовать туалетную воду. Да, подушиться, короче, надо. Самую дорогую туалетную воду, которая есть в России. Да? Да, которая есть в России. Это в ЦУМе, да? Здесь Павлюченко, да, ты видел? Да, здесь Рома Павлюченко, Женя Алдонин, здесь все сборные России, короче, Дюша Метелкин. Здесь Дюша Метелкин, Никита, все здесь. Здесь, если кому-то интересно, стоят такие машины, вот. Мазерати? Да, Мазерати, да. Мазерати, Мазерати, да. Здорово, сесть, что ли? Сесть вряд ли, но просто можно сфотографироваться. Да зачем у нас видео? Мазерати, пошли. Мы же за духами пришли. Спасибо это? Огромное. Вот уже предлагает. Вот уже предлагает. Это сегодняшнего дня наша новинка Саваш. А не да? могли бы нам показать в самом корнере? Да, в корнере. Идем. Слушай, Диор хороший. Можете нанести на себя послушать, как он на вас будет звучать. Давайте послушаем. Да, давайте его. Это понюхать называется, не послушать. Нет, послушать, Митя. Будьте любезны. Звук послушать? Да, нет, руку. Нет. Вот так, правильно? Да, он сейчас раскроется буквально пару минут. Смотри. Просто считается, аромат что пошел. В парфюмерии ноты. Круто. Как аккорд. Тебя как зовут? Владислав. Да. Он тут пахнет освежителем воздуха. Ну нет, он раскроется еще. Подожди. Куда он раскрывается? Подождите немножко. И чем пахнет? Ленором еще пахнет? Нет, основные ноты. У каждого аромата есть сердце, база. То есть первая нота, которую вы слышите, цитрусовый. От вас ведет шлейф такой пряный, знаете? То есть это первые ноты, такие цитрусовые. А вот у меня Михалыч, я с ним в номере живу, он как сиронет, от него такой шлейф. У него нет ни сердца, ничего там ты еще говорил? Сердце, базовые ноты. Ни базовых нот, понимаешь? Он как сиронет, там, по-моему, сразу базовые ноты идут. И номер потом 2 часа выветриваешь от этих базовых нот. А, это только Диор, что ли? Консультант сориентирует. Да, у нас каждый... Прям такой вот, прям мужественный, дайте, пожалуйста. Да, какой-то прям такой вот, который вам нравится. Потому что вы сразу раз, меня сейчас побрызгали, и вы сразу, ага, какой ты красивый. Вот такой давайте. Ну я, правда, конечно, откажу вам, потому что я женат. Все-таки я понял, что Диор это не мое. Да. Спасибо. Пойдемте. Сейчас дело все в том, что мы здесь были на эконом-классе, а сейчас мы пойдем туда уже на бизнес-класс, на обалденный бизнес-класс, потому что там уже духи будут стоить от 35 тысяч и выше. И там уже будут ароматы такие, что... Слышишь, ты сейчас похож на этого, на Владислава. Да, сначала Владислав заяснял, теперь ты заясняешь. Только мы для своего блога снимали, поэтому... Вообще съемка здесь. Никто нам не говорил еще. Вы первый. Как вас зовут, Павел? Да. Павел первый. Ну это нет, ну, мне такие запахи не нравятся. Это мед, там они с медовыми, да, нотками? Как вас зовут? Бергамот, меня зовут Ольга. Бергамот. Так вы родились Бергамот или Ольга? Ольга Бергамот. Имя. Бергамот название аромата. Что это? Это бергамот. Аромат очень красивый, особенно кожа, особенно на мужской. Ну, давай. Будьте любезны, несите на него. Нет, не только на руку, но и на шею. Да. И что, сколько такой флакон стоит? 50 мл 12 тысяч, 100 мл 18. Рублей. Плюс еще делаем сразу надпись, дата и пожелания, кому чего. А, прямо на флаконе, да? Конечно, прямо на флаконе. Ой, как вы знаете, я вот так же анализы сдаю. Раз, это приклеил. Шилов Дмитрий. О, так это он в клипе этого снимался? Да, ну это... Как его, диджей Смэша? Арабские духи, где здесь находятся? Москва, ну... А, там кот был, а это медведь, да? Здравствуйте. Здрасте. Да, вот они шейх, Эти самые знаменитые духи. Покажите, вот эта штучка... Так это мы такими в этом... где мы были в этом в конном клубе, в туалете такие стоят. Что производство? Бахрейн. Да, это мужской аромат. Ну вот самые такие крутые духи, что которые вот вы хотели бы, чтобы ваш мужчина, кстати, как вас, Ольга, да, чтобы ваш мужчина пах. Можете послушать здесь, если ну такой не самый популярный вариант выбрать. Послушайте вот короля. В принципе, да, король лучше. Так посерьезнее. Да. Сколько вот эти стоят шейки пары? На данный момент 33 450. Угу. А король? Чуть-чуть. 26 или на 10 тысяч. Вот, если хотите, вот здесь уже уть 7-летней выдержки. Можно посмотреть, что это совсем. Давайте понюхаем. И они сколько стоят? То есть это духи получается, да? Духи, да.
Это можно... не туалетная вода, да? Нет, туалетная вода. И сколько они стоят? Очень мед, прямо мед, да? 67. Так вот, не надо мне, чтобы меда, я не хочу меда. Духи. Это мед, это голимый мед. Будьте медовыми. Но, сейчас мы будем медовыми. Кулю. Кулю прилетим. Мы сейчас выйдем с тобой на улицу, и ты почувствуешь, как нас сейчас как от дикобразов понесет. Так я чувствую уже, что сейчас пчелы налетят. Мы набрызгались так, что от нас уже, у меня уже рукава все мокрые, блин. Владик! Пока. Давай по Мазерати обмажем, значок руками поможем. Пускай пахнет этими шейхами. Вот сейчас. Все, запах пошел. Сосисками? Жареными. Да. О, это вечеринка как у Ханимых, смотрите. Давайте потанцуем. А как так без музыки? Это флешмоб, да, какой-то? Они не слышат. А почему наушники? Они не слышат. Это сейчас радиоэкскурсия такая. Сейчас слушаем голос. Называется ремонт мозга. А как танцевать тогда? Она можно другая послушать? Конечно, у всех одна мелодия играет или нет? Да, у всех играет одна и та же. А как можно послушать? Вы раздаете эту мелодию? Нет, мы уже не раздаем. К сожалению, мне пора уходить, я не могу вам быть помочь. Расскажи, я не работаю здесь. Ну серьезно, расскажите, в чем прикол? Прикол как зовут? В том, что Иван. Дмитрий. Кстати, мне нельзя представляться, но вот так сделать. Николай. Николай, ну расскажи, в чем прикол? Прикол в том, что мы начинаем нашу экскурсию на кладбище и дальше идем по Москве до конечной точки, которая находится в секрете. А вы на кладбище тоже танцуете? Нет. Я извиняюсь, а на кладбище каком? А это тоже секрет. Не на Ваганьковском? Ваганьское, Новодевичье. Я просто знаю наизусть эти два кладбища. Нет, не на них. Ему там прогулы ставят? Да. Кунцевская это, да. Нет. Кунцевская вода. Кунцевская вода. Что ты пришел-то? Что ты вышел? Подушиться захотел? Что ты вышел? Руку мне поцелуешь, да? Да. Что? Да у меня вот так вот тоже. Я так же. А, душу. Тебя выгнали, говорит, отец. Да я Костю Ледвинова встречаю. Извините, мужчина, вас Михалыч там на улице встречает. Последний выпуск, дневник Хосяни тоже. Привет. Привет, брат. Привет. Он тебя там на улице встречает. Привет, Митяй. Костя. Это что, Хамид? Костя Павлов? Нет. Марк Бранко, вроде. Кто еще новенький? Вот, кофту одел, как новенький сидит. Где наколка? Что я смотрю, он только капусту. Я тебя люблю, честно говорю, честно говорю. Тебя никакие музыку заказывал в этом баре? Баре? А это Аркадий Новиков заказывал. Ребята, нам принесли эту ракету Байконур. Бей. Что там? И пускай фарфет! А Михалыч-то не сглатывает! Костя вторую неделю не пьет, поэтому такое. Две недели. Получается, третью неделю? Третья пошла. Молоток. 19:12, только сейчас уже начали звонить из отеля, из Максима Панорамы, где мы живем, что люди уже туда подходят. И люди перекочуют сюда. К нам пришел знаменитый видеоблог, дневник. Хуй за... день за днем! А тебя как зовут? Игорёня! Игорёня! Так это знаешь, откуда это? Знаешь, откуда пошло хуй за щекой? Ну фейковые эти. Ну, как у Симонова там, вот фейковые аккаунты. Он же как секс-гей Симонов. Ну, а там всякие разные, да. И вот я почему пошло, мне пишут всегда, пишут, видео дни хуй за щекой. Я думаю, что-то, я говорю, видео. Михалыч, я спрашиваю, Михалыч говорит, так это день за днем. А ты же день за днем? Да. Ребята, ссылка в описании на видеодневник день за днем. Игорёня. А там Толяна не видел, Толян на подходе есть. Не видел. Михалыч! Видеодневник хуй за щекой, день за днем. Иди здесь, в комментариях посрешь. Я не верю, что это он. Но. Настоящий Михалыч. Да это настоящий видеодневник день за днем, вы че? Сколько подписчиков? 35. А накрученных сколько? 20. Я так понял, что риэлтором работаешь, да? Чего? Риэлтором работаешь? Банки работают. Опа, сейчас дошучусь. Уже судебные приставы дела имею, сейчас все с залогами тут начнется. Давай камерами. Че, пацан, ну мы же мужики, ты что, гонишь что ли? Да давай, фотографируй меня, пожалуйста. Давай уже стопками. Налейте. Пожалуйста, меня сфотографируй. Вот я. Спешись, вот я с детского стола с тортиком. Вот, пахнет. Называется, мешки сбываются. Охуеть, блин. Охуенно просто.
Ты говоришь, дай пять. Не, классно вообще. Как? Ты существуешь, что ли? Дай тебя потрогать. Да, я существую. Ну, дай тебя потрогать. Он живой. Ну, правда, что, Михаил, скажи. Понимаешь, что легенда, когда появляется, когда на Симонова там... Манки... Да мы Симонова так же обнимали, что он живой, не живой, а он взял, насрал, обосрался. Ты живой, нет? Да я-то нет. Ты понимаешь, когда появляется видеодневник, пусть за щекой, это не... Вот, это не спроста. Давай, Игорёнь, тостуй. Давай, Игорёнь, тостуй. Привет. Мужики, мужики, чтобы у нас... Суйте в жопу языки! Чтобы у нас все было, и чтобы нам за это ничего не было! Молодец, Игорёня! Давай, Игорёня, Симонов Толяна раскручивает, мы тебя начнем раскручивать. Ты ничего там, это, от мамы не собираешься переезжать? Нет. Кстати, а ты с кем там только зашла, как тетя Таня, ты говоришь там, и тот? Ну, есть. Кто это? Это моя тетя. А, ты не в общаге живешь? Нет. У тети? Отдельная квартира. От тети? Я, слушай, я тебе скажу, я камбизмен, и ты это первые мои видеоблоги, которые смотрел на ютубе. Я вами восхищался. Спасите разбитое сердце мое. Глаголь. Я глаголь. Перебиваешь. Я глаголь. Короче, ребята, стою на улице сейчас, Костя, насчет Сергея Пахомова разговариваю, чтобы интервью сделать. Костя сказал... Сергей Пахомов – это вторая главная роль в «Зеленом слонике». Ну, ты кому объясняешь-то? Ну, всем остальным 90%, которые не поняли. А может, 5%? Ну и что, давай, говори. Ну, короче, стоим, разговариваем, Костя звонит там, Нику Нарконролу, с кем? Неважно. Короче, он мне сказал, что постарается подоговориться. Да какая нахуй разница, кто подошел-то, блин? Подошел какой-то менеджер среднего звена, может быть, выше среднего. Просто? Добрый день. Когда к видео вернетесь? Я говорю, каким видео? Когда к истокам вернетесь? Я говорю, каким? Наливай да пей. Да, и я про это вам хочу сказать. Наливай да пей. Нет, такой, говорит, я говорю, так, ну, сейчас пьем. Заходите. А вы где? Здесь, что ли? Я говорю, вот здесь встреча такой. Хорошо, я зайду. Не ты. Вот здесь? Вот здесь. Нет, а он мне такой щекот, который под обучку. Дальше. Зассал. Да. Хейтер, зассал. Давайте, ребята, смотрите, здесь сухарики принесли. Это действительно, это из секс-шопа строгий господин. Вот здесь реально у меня хуй меньше, чем эти сухарики. Вот это я правду вам говорю. Нет, вот так больше. Вот так у меня больше хуй. Вот так меньше. Ребят, кто сухарик будет? Пришла Вика Сазанашвили. Мы ее определили между бородатым мужчиной и бритым мужчиной. Нет, смотри, я тоже бородатый. Нет, и она будет водку. Вика, бери водку. Вика, бери водку. И говори, выпил водку, береги пилотку. Это Серега. Вика, это Серега, ВДВшник. Серега, поздоровайся. Подожди, стой. Вика, подожди. Я сейчас тебе закуску приготовлю, подожди. Вика. Пей до дна, пей до дна. Ну давай. Пей до дна. Вика, у тебя темпераментный мужчина слева, бородатый слева сидит. Нет, я в этом сомневаюсь просто. Давай, пей. Давай. Оп, закусывай, закусывай. Занюши. Да отломай. Молодец, грамотно. Я сейчас официально всем хочу заявить, кто против Вику. Против Вику? Против Вики. Кто против? Кто против ветра, сын? Кто против Вики, что ты там напишешь, блядь? Лично будут давить. Вот этих всех долбоёбов, кто против Руслана что-то там будет говорить? Это уже святое дело, блядь, ребята. Здесь уже кто будет, блядь, на святую тропу войны вступит, блядь. Да. Ребят, Гоук Михайловичу на канал дизлайки ставить. Да похуй. Отвалите уже от моего канала. Да похуй, блядь. Я считаю святым долгом этих людей. Я сам не пью. Для этих людей, внимание. Да гором облить и поджечь. Да. Ой, руки целовать не буду, Вика. Блин, да я так хотела. В губы с языком. Света, привет! Таня, привет! Таня же тебя в друзья добавила? Да. Таня говорит, что Вика говорит, приехала обязательно на рыбалку с Русланом. Руслан, ты что так потолстел? Нет, брат, повинни еще. Это серьезно, это, блядь.
Ладно, я дурачок там что-то, но когда вот люди... Да никто не спорит, Михалыч. Да просто это под тем крестьянским обычаям надо ебить ебальник вот этим всем людям. Я с тобой в номере сейчас спать не буду. Чувствую, проснусь с ебальником. Во сне же, сука, набьет. И самое главное, во сне против Руслана Татунашвили плохо не думал, ладно? Плохо не храпи. Если, не дай бог, услышу храп какой-то не тут. Против Руслана положили. Ты здесь не проснешься, нахуй. Игорёня, день за днем. Сука, как настоящий, блин, а? Ну? Давайте. Давай. Ренисов. Енисей. 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 Ты-то пей давай, сейчас напишу. Я этот серый кардинал, который управляет всем. Ну, куда же я сейчас привыну на тебя? Оле, ола! Орудий прожай! Руки жмут, пидорасы, а нормальные мужики целуются. Дети нас поцелуют. Давайте. Он долетелся на вылет? Когда возвращается? Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твоем сыну. И сейчас фото Руслана будет. И снова 3 сентября. Но почему? Но почему? Все стало так у нас серьез. Ведь были мы. Ой. Расстаться нам пришлось. Опять самое шумное, оказывается. Какое сегодня? 21 августа. Любишь Руслана? Сердечки показывают. Порву нахуй. Я за тебя не порву, за него порву. Михаил, что ты чего? Бля, все, мужики. Не. Ты самое главное, херню. Подожди, Игорь, ты самое главное, хуйню не снимай никакую. Да, не пари, никому не напрашивайся, просто будь с собой и все. Все, позарать я пускаю. И когда недвижимость будет конфискованная в банке по дешевке, звони сразу Вике. Игорь! Руслан, ну ты просто после Грузии, конечно, добавил вообще. Это отжига. Буталин нырнул, борода черная, волосы черные. Ну а так ничего не изменилось, Вика тебя даже такого не бросает. Короче, ребята, у нас олигарх заказал текилу. Ну, по текилу попьем. Друзей-то надо. А, он просто нахуарился, что ли? Короче, он просто нахуарился и последние деньги, зарплату с ним получил, последние деньги пробивает. Подожди, что? На соли-то сколько купил? Что, он неправильно съел? Да это не соль! Это не соль, подожди. Это не соль, подожди, нихуя не... Он настолько олигарх, что это не соль, нихуя. Не понимаете ни хрена, да? Да. Привет. Иван. Как? Иван. Иван? Да. Сынок. Сын. Какой тебе сынок? Ты что? У меня Ванька сын. А, точно. Я шел, смотрю в Инстаграме, у вас тут сколько, думаю, что не зайти. А Михалыч где? А Михалыч вот. А я иду, говорит, мимо, смотрю, вы, ребята, дружные, дай как вам компания под чатом. Я говорит, сидел там, смотрю, водку пьете, нахуй мне за. Как текилу заказали, думаю, дай-ка подойду. Пойди припляши, возьму и сразу к вам. Это текилу-то народ слетает. Но. Да кому же руку-то целовать, не знаю. Митяй? Артем. Артемка. А что-то у вас немного в этот раз народу-то. Какая, видишь, как здесь как проходной этот, проходной дом. А, пришли, выпили, ушли. Да. Понятно. Здорово, парни. Женя. Здорово, парни. Руслан, здорово, парни. Руслан. Просто съел петарду, она во мне взорвалась. Где там, соль, что там, не соль? Давай. Ну, берите чего, олигарх, хватит. Соль, лайм, что там, как дальше делать? Пока. Ну я соль, хорошо, вот у меня соль и лайм. А стопка? Да все, я уже взял, все.
молодец. Где? Куда? Рюмку куда брать? Вот, рюмку. В руку! Другую рюмку, блядь. Извини, камера, Михалыч, отвечает. Извините, камера наезжает. Пускай Михалыч снимает. Он не взял. Как говори, процедура какая? Соль! Соль! Лоб пупок и шлем часы. Соль! Не блевануть бы, блядь. Давай на соль продолжим. Ну ты и понял, что нам было... Сначала соль, потом текилу, потом лимон. Вот, лежит соль. Что здесь за... Что за здесь это... Вечеринка декаденса, блядь. Лежит соль. Лежит соль. А вы что, охерели или... Давай, давай, она пойдет хорошо. Лежит соль. Текилу. Кусай лайм. Лайм кусай. Скажи. Скажи. They could be having fun, rolling into deep. You hear a heart sound in your head, and you played it to the beating. Час назад пришел, пошел с друзьями вниз. Давайте освобождайте места, пускай новые подписчики заходят. Это музыка из мультфильма «Шрек». Это музыка из конкурсов на свадьбу. Это музыка из мультика «Шрек». Вас все равно вырежут. Да. Мы поболтаем с Викой. Вика, как дела у тебя? Вообще отлично. Инстаграм растет? Инстаграм вообще мне бодрый. Мне самый бодрый инстаграм. Ты скажи, что после боди у тебя вообще... После боди, при любой погоде у меня вообще огонь. Ребята, через пять... Женя, вы досчитали? Что вы? Досчитали все? Ребята, через пять минут все на улице. Все, уходим. Чарли. Чарли, а ты скажи, не снимайте меня, а то меня узнают, что ли, или что? Завтра тебе ВКонтакте напишут, видео-то удали. Ладно, давайте серьезно, кто идет, кто не идет. Куда? Нет, давайте серьезно, у кого стоит, у кого не стоит. Давайте не будем, давайте не будем. Миша сразу говорит, об этом не будем. Ну, а кто идет, кто не идет? Куда? Встреч на вопрос? Вопрос на вопрос? А куда идем-то? Пойдем на концерт. Куда? У концерта, услышите концерт. Вот, ребят, да, я купил музыка. Сегодня билет на концерт. Нет. Я вас всех приглашаю, пойдемте. Яву, курю я на халяву. Ребята, вот випка, пожалуйста, располагайтесь. Есть что выпить? Можно випки. Привет, как зовут? Серега. Митя. Серега, Нюшу, давай. Не знаю. А что сейчас будет? Регги. А ты знаешь, что на Андрея Корешникова очень сильно похож на нашего? Не знаю. Из Красноярска? Нет. Молодцы. Опа.
Бля, мы дом. Пошли давай. Вот, вот, с ноги на ногу просто. Серый, с ноги на ноги просто высыпает и все. Давай, давай, с ноги на ноги просто. Сейчас, вот, и руками вот так вот. Нет, нет, вот. Давай, давай. Поехали, Серый. Забери меня с собой. Почему? Почему же вы не танцуете, никто? Ну танцуйте кто-нибудь. Почему вы не танцуете? Танцуйте, танцуйте. Почему вы не танцуете? Танцуйте. Танцуйте, почему вы не танцуете? Забери меня с собой. Забери меня с собой. Ангела видел? Ангела. Кого? Ангела. А? Ангела Меркель? Ангела Меркель. А я тебя на Арбате видел. И что? Ты что, мигрируешь по Москве? Да. Расскажи, вот кстати, на Арбате я видел, в чем фишка. Напоминаю людям о чувствах друг друга. Какая тебе девушка понравилась? $100 дай, сейчас стрельным, будет твоя. Моя, моя в Красноярске. Это стрелы, что ли? Да. А, поджигай. Короче, ребята, улица, как назвать, Кузнецкий мост, смотрите, там и вот сюда вот, она просто, это какая-то, ну, реально европейская улица. Да, да. Да, смотрите, она просто, это, ну, вот мы с Таней. Улица баров. Да. Мы вот с Танюхой, были вот в Праге. После Арбата это вторая Чехова. Мы с Танюхой были в Праге, вот, ну, то же самое, вот так, просто ходит, машин нет. Все это. Есть только одни мы. Да, и есть. Все, и больше никого не надо. Да, у нас все с собой. Знаешь, я тебе анекдот хотел рассказать. Расскажи. Вот просто анекдот такой. Ребята, цепляет. Он маленький политический, давай, ничего страшного. Да, ничего страшного. Короче. После водюшных анекдотов ничего страшного. Президент Порошенко. Пресс-конференции. Давайте без политики, пожалуйста. Пресс-конференции. Да? Отвечает на вопросы. Сегодня мой автомобиль днем был обстрелен. Снаружи и обострен изнутри. Так Порошенко, я так понял, что ненавидит Россию. И свои, и чужие, и чужие, и свои. О, ты-то откуда? Ты-то откуда взялся? Я ехал к вам, не успел. Ты не успел? Но не доехал. Да, я просто... Ты же из Красноярска? Нет. Я к вам приезжал уже тогда. Сигарету убери в сторону, ты что это? У нас я же помню, что тогда в гостиницу недавно приезжал, когда... А, точно, Вегу, Гамму, ну. Да. Молодой подписчик. А подожди, а до этого или после этого? И до этого я еще на встречу у вас был. В Измайловском парке? Нет, когда зимой еще, до Нового года. А, ты все понял. Когда мы еще... Да это вообще самое крутое. А ты как сейчас вообще понял, что мы здесь? Ну я посмотрел, да он чисто наугад шел и все. Я увидел видео, это девушка моя, Катя. Девушка, огонь ты, давай домой. Вот она, рыженькая из Виагры. Да. Люди опять думают, что я музыку наложил, но на самом деле нет, ребят. Иди прям сними чувака. Ну давай что-нибудь короночку свою какую-нибудь сбаться. Короночку сбаться. Пожалуйста. Как зовут? Женя. Женя, давай. Наши съездили? Да! Кричим! Енисей! 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 Чемпион! Лыжню! Ура!
Давайте из штрафного круга. Первый раз прыгаешь, нормально, не очкуй. Самое главное, руку вот так. Да мы достаемся. Вика, все, ты мы тоже выходим. Ну все, Вик, давай. Все. Давай, пока. Там куда-то, давай. Куда-то на встречку-то пошла. Вика! Вам туда. Давай. Вика! Давай, давай, давай! Вот, смотри, реакция подписчиков. Вика, пока! Вот сейчас вот давайте без смеха, правда, это очень жалостливая история, расскажи. Миш. Ну вот здесь жила собака на станции, вот, ее забил охранник этой станции. Соответственно, этой собаке на деньги жителей города Москвы там поставили памятник. Вот. А что сделали с охранником? Ну, его судили там, какой-то ответственность. Ну, как из фильма. Вот. Да, и этот памятник фактически написано, да, сочувствие, посвящается гуманному отношению к животным. То есть, как бы это была бродячая собака, ничья. Ее просто как бы охранник. Охранник что-то начало. Судили его. Михалыч. Ну что, нос лизнуть, что ли? Здесь же заплачу. Да почему? Ну, она так жалуется, его смотрит. Короче, ребята, зашли в шаурму. Ну, это так, такая, она же шаверма по-нашему. По-питерски. Вот так по-питерски. Да. Это вообще охуенная тема, смотрите. А это темное, это что, говядина и курица, да? Собачник. А? Собачник. Это курение. А, я что, кто-то смотрю, здесь никто не гавкает вокруг этого. Вокруг ларька. Кошерная. А белое это никто не мяукает вокруг ларька. Короче, ребята, вообще это как... Это здоровая пища, ребята, на костре, блядь. Короче, вот здесь рассчитываешься, идешь за шаурмой, и здесь пиво выдают. Это какой-то, это, ну, европейский уровень. Стоим на улочке. Вообще охуенно. Улочка. Миша себе как-то заказал с кенгурятиной, блядь. Обзор. Давай. Давай. Ночные поедания, это просто пиздец, нахуй. Это реально наркомания, нахуй. Как у Владимира Семеновича Высоцкого? Да. Ну и вот это вот ешь, эту хуйню, это просто пиздец. Шаурма, блядь. М-м-м. Высоцкий шел как-то с театра. Сочно. Говорит, будешь? И ел шаурму. Шаурму будешь, говорит, а что это такое? Ну, я тебе, говорит, бесплатно шаурму дам в первый раз. Ну, короче, так его на шаурму подсадили. А у тебя что, какая-то красная шаурма? У меня просто в сыр цвет, в лаваше. По цвет майки дают, что ли? Да. Это стайл такой новый. А у тебя что, гамбургер? Ну, у него рубашка, видишь, это полосатый, видишь, полосатый. Сам, да, он вообще тут охранником работает. Вы проходите, его нет. Все. Ой, приятно, как говорится. Очередной раз встретиться. У нас, блядь, директор стройкомпании на таких машинах не ездит. Да, ваш директор. Он курит бамбук, блядь. Ваш директор пускай открывает YouTube канал. Все, давайте. Мы его прокачаем. Серега, ты с нами или слышишь? Да? А куда же я без вас? В этот раз у нас приехала не класс Е, а класс С. Юбер класс С. Это просто сказка. Да вообще охуенная машина. Тебе нормально? Не? Да можешь. Ну ты можешь вообще и двигаться. Вольф здесь играть. Ты можешь, да, ты можешь всю метр двигаться. Я сейчас себя чувствую этим митволем. Или митволем. Че ты сразу говном себя чувствуешь? Ну что, расходимся, что ли? Мы домой, да. Ребята, все, короче, спокойной ночи, мы спать!